Ну что, всем привет! У Иринки сегодня на ужин картошечка с лучком. Также селедочка в сметане у девочки с луком. Еще и сметана. Также два небольших кусочка хлебушка. Чаек. Ну как без чая, да? Зефирок. Зефирок тоже у Иринки на ужин. И майонез. Ну как же без майонеза? Чай. Вкусный чай. Селедкин чай. Вот селедочка с лучком. С маслицем, сметанки, картошечка. Мама мия. Всем приятного аппетита. Кушайте вместе со мной. Вот как-то так, да. Селедочка. Кусочки селедочки с лучком. Да еще черный хлебушек. Хватит, как думаете, Иринке, или не хватит? Вон Муська. Муся, скажи. Кс-кс-кс. Скажи привет, Мусь. Я передаю вам привет. Привет. Так что все, девочки и мальчики. Кушаем, кушаем, никого не слушаем. Чаек тоже пьем, чаек. Видите, Иринка от кофе отказалась, пьет теперь чаек. Говорит диетолог, надо пить чай, а не кофе. Так что пьем чаек. Кушаем картошечку с селедочкой и запиваем чайком. Ну, говорит, лучше молочком. Ну ладно, Катеринка, ты запивай чайком. Так будет. А зефир, смотрите, какой красивый. Розовый, белый, клубничный. О, мама мия, кушайте, кушайте. Все, ладно, девочки, всем приятного просмотра, приятного аппетита. А Ирина Сергеевна будет кушать. Ням-ням-ням-ням-ням. Очень это вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Всем пока-пока.